Проведем краткий обзор торгового центра в Сербии в городе Белград. А я хочу показать на примере магазина Балтики, который мы видели уже и в Турции, и в Болгарии, стоимость товаров в этом магазине. Пойдемте. У меня с собой калькулятор, чтобы сразу можно было переводить это все в рубли. Давайте посмотрим мужские футболки. Цена 450 умножаем на 0,8, получаем около 360 рублей. Вот такая майка. Идемте дальше. Джинсовые шорты 1500 динар, значит, мы умножаем 1500 умножаем на 0,8, получается где-то, в общем, 1200. Порядок цен, я думаю, ясен. А теперь мне надо выбрать кеды, потому что вот эти кеды я покупала в Турции еще давным-давно, и я в них прошла, можно сказать, огонь и трубы, и медную воду, или как-то так, в общем. И хочу их поменять. Идемте выбирать. Это куда? Это куда-то вниз, наверное, да? Вниз? Пойдемте вниз. Вот они, кеды. Приблизительно вот такие мне нравятся. Наверное, это будет смотреться лучше. Так, сколько они стоят? Они стоят, если перевести в рубли, 1700. Я считаю, они плохие. Берем? Берем. Осталось только с размером определиться. Зайдем в магазин Коллинз. Посмотрим, какие цены там. Джинсы. Посмотрим, тут какие-то скидки есть. Допустим, вот эти джинсы. Они... А, цена. Price. What price? What price? Ага, thank you. Угу. Сейчас я переведу в рубли. 4500 динар. В рублях 3500 джинсы ходят. Что ж, пойдемте еще посмотрим. Спасибо. Допустим, платье. Платье сейчас переведу. Приблизительно 2600 в рублях. Ну, тут маечки разные. Получается 800 рублей маечка. И вот эти тоже топики по 800 рублей. Ну, в принципе, я считаю, нормально. Для Коллинза вполне себе. Еще сравним цены в магазине H&M. Популярный магазин, он и в России был, наверное, есть. И встречается в разных странах. Идемте посмотрим. Что мы видим? Тут различные платья, детские кофточки, детские платья. Ну, давайте. Вот это платье стоит 2200 динар. 200 умножаем на 0,8. Получается 1700 рублей стоит вот это платье детское. Давайте пройдем дальше. Выбор очень большой, мне очень нравится здесь. Детская одежда, это, как я поняла, уже начинается взрослая, или это тоже детская. Идемте дальше. Брюки на подростка, на девочку.
стоит 2700 динар. 2700 умножаем на 0,8, получается 2100 брюки. Пойдемте зайдем в женский отдел. Женский отдел у нас где-то... Где женский отдел? Я не знаю, но давайте на примере подростковый продолжим. Я не нахожу женский отдел. А, там эскалатор вниз, я поняла. Давайте еще на примере детской пижамы. Вот такая пижама стоит тоже 2100 рублей. 2700 динар, 2100 рублей. Пойдемте в обувь посмотрим детскую. Купальники, скоро лето, все готовятся. Разные детские сандалики стоят, если в динарах, это 1200 рублей. Сандалики. Я таки нашла женский отдел, надо было всего лишь спуститься по эскалатору вниз, двухэтажный магазин. Ну, пойдемте посмотрим. Топ. Вот такой милый топ стоит здесь 1200 динар. Это получается, в рублях он стоит, сейчас скажу, 900 рублей. Идемте дальше. Что мне нравится здесь, наверное, в этом сезоне или, в принципе, в Сербии, я не знаю, очень яркая мода. В какой магазин ни зайди, ты увидишь всегда яркую одежду. Будь это ярко-зеленый или ярко-розовый, вон, кстати, розовые, или желтые. Она выглядит потрясающе. Пойдемте посмотрим туда. Вот брючки, пожалуйста. Приблизительно 1200 рублей. Вот футболка. Она стоит приблизительно 1400. Умножаем на 0,8, получается 1100. Еще тут есть очень интересные лежачие или сидячие места, вот уж не знаю как. Но чем они примечательны? Здесь есть зарядка для телефона. Пойду опробую. Вот, залезть бы сюда еще. Честно, не привыкла к таким видам отдыха лежать на полу в торговом центре. Ну, в принципе, да прикольно. Сейчас буду заряжать телефон. Осталось... А под мой телефон-то и нету зарядки. Придется просто отдыхать.